у вас позвоночная грыжа, и вы не можете, ну, от боли ходить, ну, что делать? Есть один рецепт. Возьмете 200 грамм лошадиный жир, ну, топленый. А потом добавьте 2 чайные ложки йода. Понятно, да? Еще добавьте 2 желтка в сыром виде. Яйцо, ну, куриное яйцо, желток домашний. И добавьте еще 1 столовую ложку меда. Перемешать и смазывать на больное место на ночь. В день только один раз. 7 дней попробуйте, ладно? С помощью Аллаха я вам желаю только здоровья. Может, поможет? Это рецепт дагестанцев-лекарев. Если у вас грыжа, ну, пуповая грыжа, паховая грыжа, грыжа где есть, ну, где в животе есть, есть один народный рецепт. Возьмите кипарус. Шишки кипарса свежие, ну, это елка такая, длинная. Кипарус и свежие листья. Свежие. Измельчите, мелко измельчите и на грыжу. Надо лекарственную повязку надо сделать. Лекарственная повязка. Если пуповая грыжа, ну, как сказал один человек, ну, монету. А под монету сделайте повязку. Ну, повязка, это кипарус. Ну, поставьте сверху монетку и прибинтовать. Да где угодно. С помощью Аллаха и вам здоровья. А, забыл. Делайте до выздоровления.